В одном из выпусков я заказывал интересную ретро-блютуз колонку с радио, которая очень многим понравилась. И наткнувшись на это радио, не смог пройти мимо. Да, это просто радио, без Bluetooth, но все-таки с поддержкой карт памяти microSD. Поэтому какую-то музыку в него все же можно загрузить. Но в данном случае это скорее бонус. Данная модель радио от Retecas также выполнена в ретро-стиле. Корпус сделан под дерево, но на самом деле это пластик, хотя и очень качественный. Абсолютно не имеет никакого неприятного запаха или заусенцев. Сборка без преувеличения отличная, везде одинаковые зазоры, ничего не репит и не трещит даже при сильном сжатии. Управление максимально простое, разберется даже ребенок. Работает от аккумуляторной батареи 18650, который можно при необходимости легко заменить. В общем, радио очень душевное, сразу вспоминаются старые советские проигрыватели. На удивление, качество отличное. Как подарок пожилому человеку или даже на рыбалку, просто отличное радио.